The legend of the Dragon Warrior is ancient and epic. It is shrouded in mind-bending eternal mysteries and legendary kung fu teachings from the awesome masters of the ages. Наша следующая глава называется «Последняя битва», дорогие друзья. Мы практически у финальной истории между воином-драконом и Тай Лунгом. Вот он дворец, кстати, между прочим. Сейчас Тай Лунг избивает нашего мастера Шифу. Дай мне свиток, а? Воин-дракон взял свиток, пойми ты это. Сейчас он где-то в середине Китая. Ты никогда не получишь этот свиток. Как ты этого не поймешь, а? Эй, ты! Ой, как я заебался идти, а? По, что ты делаешь? Отпусти его! А ты кто вообще, а? Разве я тебя не... Тихо, тихо. Я воин-дракон, понял? Ты? Да правда, ты же ведь просто панда. С какого хера ты сделаешь здесь, а? А, ты сядешь на меня, что ли? Не испытывай меня. Нет, я использую вот это. Называется свиток, да? Поехали. Defeat Tai Lung and his remains. Хочешь, я тебе сейчас рожу набью твою кошачью. О, куда ты меня опять позовешь-то, а? Ты хочешь разнести всю эту, блин? Весь город, что ли? Совсем больной. Блин, какой же ты дерзкий, а, кошатник. Что? Давай. И еще разок. И еще раз. Ай-яй-яй-яй-яй. Бьют, бьют, больно. Больно, Карл. Давай. Давай, По. Ша-ша. Что, еще разок? Поехали. Ух ты. Кто что умеет, а? А если вот так вот? Никогда не играл в боулинг, а, Тай Лунг? Что? Больно? Куда это ты? В смысле? Ладно. Первая партия за тобой. Блин, вроде нажал, но не нажал. Ну ладно. Блин, опять затупил. Хорошо. Энергия пуза. Ах ты, козел свиток, отдай сюда его. Это же нечестно. Ты же не можешь просто ворваться и забрать свиток, а? Вот, блин. Вот, сука. Свиток взял и украл. Какой совести, блин. Ой.
Да что вы говорите? Ну? Так, стой! Ну иди сюда! Молодец! Так, вот он свиток. Отлично. Опять ты? Ой! За что меня так, а? Наконец! Теперь я возьму за свою судьбу. Здорово всем пятюню отбейте, кролики. Я рад за вас. Камон! Ну? Что ты, слышь, да? А вот так? А вот так? А вот так еще раз? Ну давай комбо сделаем. Я думаю, тебе понравится. Опять ты? Да ты ничто. У тебя его нет. Сила не приходит из куска бумаги. Это что-то большее, чем это кусок бумаги. Давай, сука. Ты же меня не можешь победить. Ты лишь небольшая толстая панда. Я небольшая толстая панда. Я просто большая толстая панда. Well done, Poe. You've obtained the super... Куда ты полетел-то? Неплохо. Левый коронный, правый похоронный, да? Ух ты! Ты смотри, что сука делает, а? А ты где? На! Блин, больно? Вай! Проснись. Вставай. Ну, будь мужчиной. Что? Come on, everybody. Оп. Оп. Ты где? Держи от меня подарочек. Слышь, что ли? Да блин, почку-то за что, блин? Да ёб твою мать. Иди сюда, не ссы. Камон. Что? Что ты кричишь-то? Поехали. Ой, вот это драка, вот это эпик фейл прям. Нифига себе, панда дерется с тигром. Блин, так он меня вообще прям нормально накидывает. Я аж сознание потерял. Жалко панду. Тебе почти удалось победить меня. Но этого недостаточно. Молодец. Иди сюда.
Ха! Ты смотри-ка. Пропускаем, пропускаем, ребята. Пропускаем удары. Конечно, запасен. Опыта у него гораздо больше. Может быть, ты выиграл битву, но не выиграл войну. Сейчас наша панда встанет. Давай, 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 просыпайся. Ну что, тебе почти удалось победить меня. Ой, что? Захват Вукси? Ты знаешь о этом? Значит, ты знаешь, что самое сложное. Это вычиститься после него, да? Шифу не показывал тебе этот захват. Ты прав. Я сам ему научился. Скидош! Взрыв, как будто атомная бомба взорвалась. Весь дворец разнесли, весь город разрушили, и мы доказали, что мы воин-дракон. Все, можете выходить на улицы, ребята. Все хорошо. Наконец-то, пророчество сбылось. Да, Пол, ты же воин-дракон. Мой сын гений кунг-фу. Говорят, что воин-дракон все же нашел свой путь, когда взглянул в нужное направление в себя самого. Даже пятеро увидеть его хотели путь. Не только герой нашел свой путь. Мастер Шифу соединился со всеми Дмитрия или другим способом. Мастер Шифу выглядел счастливым. Было немного страшно. Но после поражения Тайлунга, воин-дракон присоединился к своему учителю в медитации. Некоторые говорят, что той ночью он достиг внутреннего мира, другие, что он подчинится судьбе, но все согласны в том, что он сильно и очень изменился. К счастью, у него была одна судьба. Да, это ужасно, но времени на то, чтобы купаться в славе, не было, ведь это же было проще защитить, чем простить. Из этого состоит легенда, ух, но в другой рассказ. Итак, дорогие друзья, мы закончили прохождение игры Кунг-фу Пэнда. Итак, ставьте, ребята, лайкосы, подписывайтесь на канал, будет много чего интересного из нулевых, 2000-х, 10-х, 20-х и современные новинки на нашем канале будут всегда присутствовать. А я с вами прощаюсь, ребята, вы были на канале Ракета, с вами был Никита, увидимся, удачи вам!